Сегодня в музее спасенные художественные ценности буквально в каждом уголке дыхания летописи прошлых лет. На фото легенды, застывшие в камне, дворцовые комплексы и усадебные парковые ансамбли Брещины. Вернисаж рассказывает о домах, которые принадлежали известным магнатским и шляхетским родам. Снимки архитектурных сооружений представлены берестейскими фотографами. Выставка создана Брестским областным краеведческим музеем совместно с региональным музеем города Луково Республики Польша. В целом 12 объектов представлено на основной выставке передвижной. И кроме того, отдельные фотографии еще дополняют ее. На них те объекты представлены, которые просто не поместились у нас в основной объем выставки. Очень многие фотографы передали нам свои работы, и мы хотим прежде всего выразить признательность Олегу Иосифовичу Малейко, известному брестскому фотографу, который и сам безвозмездно передал нам ряд фотографий, очень красивых, и привлек участие в этом проекте своих коллег. Богатство архитектурного наследия в фотографиях. Рассматривая редкие и действительно уникальные экспонаты, как будто совершаешь прогулку по 18, 19, 20 веку. Роскошные дворцы, скромные фольварки, величественные ансамбли. Они являются свидетелями жизни своих владельцев. Старинное поместье Наполеона Орды, вальяжный дом Тадеуша Костюшка. Они сохранены, но есть и те усадьбы, которые ждут своего спасения. К слову, это и является целью экспозиции. Возрождение нашего историко-культурного наследия, наших дворцов и усадеб происходит сейчас буквально у нас на глазах. И ведущую роль в нем играет государство. Но от усилий общественности, частных лиц, частных инвесторов тоже очень многое зависит в наши дни. И этой своей выставкой мы стараемся привлечь внимание широкой общественности к этой теме, очень актуальной в наше время. И, может быть, совместными усилиями еще многие усадьбы будут возрождены в ближайшие годы. На этой выставке очень бы хотелось, это главная как бы цель, чтобы все приобщились к общности не только истории, к единству земли этой, на которой наши предки жили и будут жить наши потомки. Сегодня за стеклами выставочных витрин самые настоящие жемчужины исторического прошлого Брещины. Одни спасены от забвения, другие еще ждут своего часа. Фотографии словно окна в прошлое, благодаря которым можно заглянуть в прошлое, посмотреть настоящее и, возможно, понять, каким будет будущее.